В течение 3 дней в Нефтеюганске работало 52 избирательных участка. Через них прошло более 42,5 тысяч горожан. По итоговым данным, активность местных избирателей составила чуть более 54%. По сравнению с аналогичными выборами 2016 года, нефтеюганцы стали охотнее проявлять свою гражданскую позицию. Ведь на прошлых выборах приняли участие около 40% местных избирателей, то есть почти на 15% меньше, чем в эти выборы. В 2021-м самая высокая явка пришлась на последний день голосования – в воскресенье. Люди привыкли, что воскресенье – это единый день голосования, и по привычке пришли именно в этот день. Югра – единственный регион, где выборы в Госдуму были совмещены одновременно с двумя региональными кампаниями – в окружной и областной парламенты. Сюда же вошли и выборы в городскую думу. Всего на руки каждому нефтеюганскому избирателю выдали по 7 бюллетеней. Процедуру голосования, я считаю, со стороны организаторов выборов мы подготовили все очень хорошо. Я не видела ни одного недовольного избирателя. Сейчас сама объехала несколько избирательных участков. Все проходит в стандартном режиме. Чтобы максимально снизить риски заражения COVID-19, на избирательные участки пускали только после обработки рук антисептиком. Одноразовые маски и перчатки также являлись своеобразным пропуском к процедуре голосования. Все это, в том числе и индивидуальные ручки, на избирательных участках выдавались бесплатно. В Нефтеюганске контролировали избирательный процесс 128 общественных наблюдателей. Помимо этого, все действия на выборах фиксировались многочисленными видеокамерами. На каждом участке присутствовали и полицейские. Охрана велась круглосуточно. Беспрерывный онлайн-контроль за легитимностью голосования осуществлял и региональный центр общественного наблюдения за выборами. Это фактически трансляция с каждого избирательного участка. Большая вот эта панель, она служит больше всего для того, чтобы просмотреть ту нештатную ситуацию, которая может случиться на том или ином избирательном участке. Причем данную информацию мы получим от наблюдателя непосредственно с места того избирательного участка, где что-то происходит. Новый состав Нефтеюганской городской думы уже известен. Результаты выборов муниципального уровня вы видите сейчас на экране. Депутаты городской думы 7-го созыва будут выполнять наказы избирателей в течение следующих 5 лет. Дарья Лунькова, Денис Ефремов, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».